Вот такие контейнеры для белья, обуви, занавесок стоят у нас в районе. Сюда можно сдавать, ну, складывать ненужную одежду. Зашла в магазинчик со всякой дребеденью предновогодней, а здесь вон ролики всего за 8 евро. Приятно. Ну, а я пошла вечером прогуляться, потому что не доехала одну остановку и шла по Риге, по, ну, это между нашим районом и центром Риги улочка. И, как и во всей Риге, здесь очень много старинных домов. Они разной степени ухоженности, и я так подозреваю, что они где-то начала 20 века, но я каждый раз их с удовольствием разглядываю сами дома, фасады, ставни, окна. И что удивительно, в этих домах, ну, практически во всех, за редким исключением, живут люди. И очень приятно, конечно, смотреть, как говорил Диана Вриланд, глаз должен путешествовать, и вот у меня он здесь путешествует.